знаешь что-нибудь? Не знаю, будем надеяться, но что-то тяжело ему идет. Все думали, что полегче будет. Посмотрим, сейчас будет видно. Сегодня Ливан оказался реально сильнее. Я пробовал бороться и верхом, и крутить. То есть результат был один и тот же. Я изначально ставил ставку на выносливость, но оказалось, что у Левана до того большая рука, что пока я его хотел подзабить, чтобы он подзатек, я затек сам. Он просто ничего не делал, просто стоял со своей большой рукой. А я, получается, себе дров наломал. Ну, будем знать, учитывать теперь этот момент. Я с Леваном не боролся. Дай бог, в следующий раз, когда встретимся, может быть, результат будет другой. Будем готовиться. Никак не могу понять. Ты в Молдове всех приятно удивил. Мы в Молдове увидели Дмитрия Трубина, такого хорошего, сочного, сильного. Почему у тебя не получается стабильно? Почему так взяты шашками? Почему не получается просто выигрывать? Я до сих пор ищу свое русло, как бы до конца не определился. То есть экспериментирую с тренировками. Когда хорошо, когда плохо. Ну, а это и спорт хорош на этом, что сегодня ты выиграл, завтра ты можешь проиграть. То есть вечных чемпионов не бывает. Надо постоянно стремиться, заниматься. Любое поражение – это большой мотиватор, я так скажу. То есть большой мотиватор к новым каким-то достижениям. Я надеюсь, что этот поединок все-таки заставит его пересмотреть все в корне. Не то чтобы заставит, а даст ему почву для размышления, и он сделает из этого выводы и поменяет все. Потому что я понимаю, что чтобы что-то изменить, ему надо все в корне поменять. Я надеюсь, до него это, ну как бы этот поединок до него донесет это. Ты можешь вспомнить первую свою встречу с Андреем Пушкарем? Могу. Это первая встреча с Андреем Пушкарем у нас была на Кубке мира. Тогда у меня, в принципе, была та же проблема, отлетала кисть. Я все ее бью эту кисть на тренировках, усиляю. Она вроде как бы и усиляется, но спорт на месте не стоит. Я здесь вроде усилил ее, сделал сильнее, но в то же время соперник стал сильнее еще больше. То есть надо это учитывать. Но все, что я мог сделать на тренировках, я сделал. Будем заниматься дальше, готовиться.